станция метро Чирко Массимо. Приветствую вас, друзья мои! Вот такие виды открываются перед нами, выйдя из метро. С правой стороны находится один из семи главных холмов Рима – холм Палатин. Мы находимся на месте, где по преданию возник древний Рим и были вскормлены волчицей Ромул и Рем. Именно здесь был основан Рим, затем на этом холме жили богачи и аристократы древнего Рима, и даже сегодня остатки этих вилл потрясают своей грандиозностью и величием. Чтобы осмотреть холм Палатин, нужно купить билет, по которому вы сможете побывать в Колизее, на Римском форуме и Палатине. Билет действует 2 дня, так что можно неспешно пройти и все осмотреть. Это поле называется Чирко Массимо, что означает «большой цирк». Он тянется вдоль склона Палатин. Это был самый большой ипподром в Древнем Риме. Здесь проходили знаменитые римские состязания колесниц и другие массовые мероприятия. В Риме ничего не меняется, и в наше время на этом месте часто проводят массовые мероприятия и праздники, такие как день рождения города, Новый год. А вот сегодня огромное поле древнего ипподрома готовят к концерту Томмазо Парадизо. Сейчас его песни очень популярны в Италии. Еще утро, но уже перекрыты все дороги и идет полным ходом последняя подготовка к концерту. Это будет последний летний концерт 2019 года. Стоят в ряд как по струнке туалеты и палатки, в которых будут продавать напитки и бутерброды. А цены, конечно, будут здесь достаточно высокие. Ну а я, дорогие мои друзья, приехала сюда, чтобы показать вам замечательный фермерский рынок, который находится рядом с Чирко Массимо. Если стоять спиной к Чирко Массимо, держитесь правой стороны, чтобы перейти дорогу и выйти на Виа ди Сан Теодоро. Этот рынок работает всего 2 дня в неделю, в субботу и в воскресенье. С 8 утра летом и с 9 утра в осенне-зимний период и до 15 часов. Если ваше пребывание в Риме совпадает с выходными, то я вам советую обязательно прийти сюда. Здесь вы сможете не только посмотреть на итальянский рынок, но и попробовать огромный ассортимент сыров, солями, оливкового масла, джемов, пате и, конечно же, итальянского вина. Ну что, ребята, вы готовы к новому вкусному видео? Тогда давайте зайдем на фермерский рынок, посмотрим, что здесь продают и что можно попробовать. Цены здесь чуть выше, чем на обычном рынке или в магазине, но это и понятно, ведь это фермерский рынок. На римском фермерском рынке продается товар, выращенный и изготовленный в радиусе 100 километров от места продажи. Поэтому большинство продавцов представляют местные фермерские хозяйства, хозяйства региона Лацио. Ассортимент самый разнообразный и сезонный. Свежие овощи, фрукты, мясо, сыры, оливковые масла, большой выбор свежего хлеба и пиццы и, конечно, десерты. Продавцы на рынке очень доброжелательные, веселые, улыбаются и даже уступают в цене. Открою секрет, чтобы поторговаться на рынке, нужно прийти к концу рабочего дня. Я уже говорила, что рынок работает до 15 часов. Посмотрите, какой огромный ассортимент зелени, помытой и даже нарезанной. Все условия для работающих итальянцев. Кстати, арбуз можно купить на рынке половину или 1/4. Обычно вот такой целый арбуз тянет где-то килограммов на 13. Цветы тыквы начиняют моцареллой и анчоусом, а потом готовят во фритюре. Очень вкусно!
Думаю, любому туристу, приехавшему в Рим, хочется как можно больше попробовать вкусности и понять, почему итальянская кухня считается самой вкусной в мире. Конечно, весь секрет в продуктах и земле, на которой выращены. Если я сейчас начну перечислять названия сыров, салями и зелени, которые есть на рынке, это вам ничего не скажет. Надо побывать на этом рынке и продегустировать все самим. Ведь только так можно понять, что вам больше всего понравится. А можно купить вот такой кулечек с разными колбасками и дегустировать на ходу. Цена кулечка 4 евро. Рикотта с козьего молока. Разнообразные мягкие сыры. Сыр с трюфелем, овечий сыр. Разнообразные подкопченые сыры. Пока мы рассматривали сыры, пара купила два кулечка с колбасками. Из этой зелени в Италии обычно готовят гарнир. Сначала ее опускают на несколько минут в подсоленную кипящую воду, потом припускают на сковороде с оливковым маслом, чесноком и острым перчиком. Получается очень вкусный гарнир. Арростичини из барашка. Их хорошо готовить на гриле или на природе на костре. Язык, хвост. Кстати, ребята, а вы любите тушеные хвосты? Будете в Риме, обязательно попробуйте блюдо, которое называется «Кода алла вачинара». Это вкуснейший тушеный хвост с овощами. Оранжевые кубики – это тыква, а это тонко-тонко нарезан фенхель. Я обычно люблю его добавлять в салаты. Wow.
Помидоры на любой цвет и вкус. А здесь можно купить панино с разными начинками. Начинка пуркетта. Это свиной рулет, вот он перед вами, приготовленный в духовке с добавлением разных специй, такими как чеснок и розмарин. Или панино с прошутто крудо, то есть сыровяленой ветчиной. Цена панино 3,50. Вот так прошутто готовят к продаже. Обрезают шкурку и лишний жир. И здесь панино по 3,50 с прошутто и разными видами солями. Посмотрите, какое разнообразие сыров, и все это можно продегустировать. Но скажите, не находка ли это для туриста? Капра – это коза. Здесь продают сыры, приготовленные из козьего молока. А здесь сыры были с зеленым луком и розмарином. Я тоже дегустировала очень вкусные сыры. Какой же итальянский рынок, да без рыбы? Вы только посмотрите, какое здесь разнообразие. При покупке рыбы вам обязательно подарят пучок петрушки, потому что во все рыбные блюда в Италии добавляют петрушку. А с этими морскими червями у меня как-то не сложилось, не люблю я их.
Небольшой отдел для ценителей вина. Отдел с крупами и бобовыми. А из вот такой смеси обычно готовим супы. Продаются разные виды чечевицы и даже черная. Еще большой плюс этого рынка, что здесь можно недорого пообедать. Все блюда готовятся из продуктов, продаваемых на рынке. Каждую неделю меню меняется, но цены всегда одни и те же. Первое блюдо стоит 5 евро. Второе блюдо, вам предложат рыбу или мясо, стоит 7 евро. Если вы хотите взять какой-нибудь гарнир и попробовать незнакомую вам зелень, это вам обойдется в 3 евро. Десерт, кусочек торта или домашнего пирога тоже стоит 3 евро. Но как вам цены? Доступные, правда? Напомню, что все блюда приготовлены из продуктов, выращенных на фермерских хозяйствах. А пообедать можно вот в этом дворике с великолепным видом на арку 4 века. Это видео я снимала в 9 часов утра, и поэтому во дворике еще не души. А повара только-только начинают готовить. За поварами можно подсмотреть через стекло. Это информация для тех, кто хочет подсмотреть секреты римской кухни. Вкуснейшая мортаделла с фисташками, с черным перчиком. Еще сыры.
а рядом продают грибы. И грибов большое разнообразие. Очень ценится прошутто, нарезанное вручную. Хлебная лавка. Хлеб продают на вес, и поэтому нет необходимости покупать целую булку. Можно купить полбулки или 1/4. Пиццу с начинками тоже продают на вес. Сколько покажете, столько вам и отрежут. Розмарин, тимьян, сальвия, базилик – настоящий колоритный итальянский рынок. Ребята, не пропустите его! В прошлом году, в начале октября, на поле Черкомассимо, где мы проходили в начале видео, проходила ярмарка фермеров, где представляли свои продукты фермеры из многих регионов Италии. Это был настоящий праздник живота. Там продавали продукты, давали дегустировать и даже показывали, как готовят продукты. Вот, например, моцарелла. При вас приготовили и тут же дали попробовать. У меня на канале есть видео оттуда. Под этим видео в описании или в прикрепленном комментарии оставлю ссылку. Посмотрите. А вот так пробуют и дегустируют оливковое масло. Кусочком хлеба макаете в оливковое масло и пробуете. Паста из разных видов муки и бискотти.
Вот, пожалуйста, тоже пробуйте. А вот эти бискотти кантучи обязательно купите, очень вкусные. Разнообразные травы, которые используются в приготовлении итальянских блюд. Мука. Еще одна хлебная лавка. Посмотрите, какое разнообразие. Кстати, хлеб в Риме очень вкусный. Здесь представлены разнообразные джемы и пате. Заметьте, все можно попробовать. Берете кусочек хлеба, намазываете и пробуете. А вот так выглядит спелый инжир. Вино. Если вас заинтересует вино, и его вам дадут продегустировать. А это для любителей меда. Пробуйте на здоровье. Подходит к концу наша вкусная прогулка по фермерскому рынку. Надеюсь, она вам понравилась. И у вас появилось еще одно место в Риме, куда бы вы хотели попасть. Вход с собаками на рынок запрещен, и чей-то верный друг ждет хозяина на улице. Пройдя немного по Виа Сан-Теодоро, вы увидите арку, которую мы видели с дворика рынка. Арка Януса, которая была построена в IV веке, ее мы видели из дворика рынка. А рядом находится еще одна римская церковь IX века. Чтобы войти в церковь, нужно сделать несколько шагов вниз, поскольку ее пол был опущен при последней реставрации. Церковь очень скромная, без пышности, но чувствуется ощущение старины и спокойствия.
церкви 16 колонн, и нет ни одной одинаковой. Простенькие окна, потолок. Церковь посвящена святому Георгию Победоносцу, римскому военачальнику, обезглавленному в 303 году при императоре Диоклетиане. Голова и меч святого находятся под главным алтарем. Раньше здесь хранилась еще одна реликвия – знамя Георгия Победоносца, белое с красным крестом. Но в 1966 году папа Павел VI подарил его римскому муниципалитету. И теперь оно хранится в капиталистских музеях. Кто смотрел мои видео с капиталистских музеев, могли видеть это знамя там. Сама церковь находится на бывшем болоте, где, по легенде, пастух Фаусту нашел Ромула и Рема. Я живу в Риме уже 9-й год, и мне очень жаль туристов, которые ходят по проторенным туристическим тропам. Обедают и ужинают в туристических местах, где иногда качество не совсем хорошее и цена завышена. Мне очень жаль тех, кто не смог оценить красоту Рима, предпочитая рассматривать мусор на дорогах. И очень жаль тех, кто не смог оценить итальянскую кухню. Дорогие мои зрители, в первую очередь все зависит от вас, от вашего настроя и настроения. Рим – город с большим количеством достопримечательностей и массовым наплывом туристов. И прежде чем ехать, я советую вам хотя бы подготовиться к поездке. В одном видео трудно рассказать обо всем, и поэтому на моем канале в каждом видео я стараюсь показывать и рассказывать об интересных местах, куда сходить и где что попробовать, чтобы почувствовать себя не как туристом, а хоть чуть-чуть местным жителем и окунуться в атмосферу настоящей итальянской жизни. Сегодня я показала вам фермерский рынок, про который мало кто из туристов знает, где местные жители запасаются продуктами на неделю и где вы, туристы, можете продегустировать все, что продается на рынке. Берите на заметку это место. Мне всегда хочется показать вам новые и интересные места в Риме. Смотрите мои видео, которые помогут вам взглянуть на Рим по-другому. Отмечайте понравившиеся вам места и приезжайте в Рим. А я на этом буду прощаться с вами и до новых видео, друзья! Если видео было вам полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Пока-пока!